А в Алматы объявили победителей 14-го международного кинофестиваля Шакена Айманова. Конкурсная программа была поделена на три раздела: «Перекресток», «Земля отцов» и «Мы здесь живем». Международное жюри оценило 45 картин. Это работы из Турции, Ирана, Перу и Кубы. Традиционный кинофестиваль Шакена Айманова стал культовым событием для гостей и жителей города Алматы. В этом году акцент сделали на объединении кинематографистов тюркского мира в сердце Центральной Азии. В одном из разделов программы «Земля отцов» гран-при за лучший фильм вручили режиссеру Эдуарду Новикову. Его картина «Царь-птица» о стариках, которые живут размеренной жизнью в глухой тайге. Обыденную реальность нарушает орел, который прилетает в дом. Самая главная цель каждого фестиваля – это общение, это обмен мнениями. Мы узнаем, что происходит, допустим, в Казахстане, что происходит в России, в Киргизии, в Узбекистане. В программу конкурса под названием «Перекресток» вошли полнометражные мировые фильмы. Гран-при за лучшую картину в этом разделе получила работа «Канделария» режиссера Джонни Хендрикса. Специальный приз жюри достался ленте «Подсолнух» режиссера Джан Лопина. Такие конкурсы помогают поднять уровень казахстанского кинематографа. Палитра фестиваля очень разнообразна. Здесь есть документальные фильмы, анимация, авторское кино. В этих сферах у нас уже подрастает молодое поколение талантливых режиссеров, сценаристов и продюсеров. В этом году поменялась концепция и название кинофестиваля. Теперь он не ограничен ни возрастом, ни территориальными рамками. Неизменным осталось желание творить и радовать зрителей. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Алматы, Хабар 24.